Призыв от Национальной службы здравоохранения. Защитите себя и других от коронавируса. Что нужно знать о короне? Сейчас мы находимся в разгаре серьезной эпидемии, поэтому необходимо уменьшить риск распространения инфекции. Национальная служба здравоохранения просит всех следовать этими рекомендациями. Если вы здоровы, воздерживайтесь от ненужного контакта и попросите других проявлять внимание. Если вы находились рядом к человеку, у которого есть признаки коронавирусной инфекции, обратите особое внимание на свои симптомы. Берегите своих родных, а если они находятся в потенциальной зоне риска, делайте это на расстоянии. Если вы ощутили признаки инфекции, оставайтесь дома до двух дней после того, как у вас остановились признаки инфекции. Держитесь подальше от других в вашем доме и, если возможно, под одеялом. Будьте осторожны с личной гигиеной и с уборкой. Спросите других о помощи с покупками и оставайтесь на связи по телефону. Если у вас возникнет ухудшение самочувствия и симптомов, такие как высокая температура или затрудненное дыхание, позвоните своему врачу. Защитите себя, чтобы защитить других.